Триня или плащ. Посмотри, какой плащ на Локи, кстати. Я могу представить там либо 51-й какой-нибудь, либо за УД. 64-й. Посмотри, какой у него плащ. 64-й. А, ну понятно, крит дух 64. Ну я говорю. Беспонтовщина, ну. Срали. Ребят, отойду минуту. Между прочим, я до плаща сундука в Зуламане точно с таким же бегал. Так, давайте сейчас дойдем до босса, трэш побьем. Да вот дошли уже. Нет, трэш убьем. Нет, больших моих берсов. Меня как-то не через стену перекинули, когда танчил. Чел горел. Так, там баба, огр, демон, нежить. Вообще, ну, нормально. 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 Я завцую демонов бан. Но этих можешь даже не трогать, они в принципе там. Короче, хорошо, что нету змеи, хорошо, что нету дракона. Почему нету змеи и дракона? Я могу их контролить всех. Я знаю, что ты их можешь контролить, но просто это знаешь, ретри паладин, который отбегает постоянно от босса, это Это раз в минуту происходит. Ну какая разница? Ой, сорвал. Я надеюсь, у нас никаких нету ауешеров, которые не контролируют свою ЕФ. Паладины, да, только не если... Не надо лучше... Именно дальний. Потому что мы на прошлой неделе ходили, я кинул овцу с пула, а кто-то какой-то ауешкой ее сразу содрал. И нам пришлось, что у нас два шамана контролили. Отлоки, это огненный дождь, да, будет, насколько я помню? Отлока, да. Блока, да, будет огненный дождь, из него надо будет просто вся. Кстати, про шипешный контроль, байт контроль. Убивал я рейд, когда брал их в контроль. Просто нужно дать команду всем людям вытащить контроль на панель, чтобы друг друга могли законтролить и сейвы прожать. То есть ничего сложного. Просто выжить задачу. Там три человека контролятся, если ты не законтролил их сразу, они тебе весь рейд положат. В этом проблема. Проблема в том, что контролить не... Фаза молотков, допустим, да? Они, блядь, по 17 тысяч вхуяривают. Ты понимаешь? У меня просто он выкинет с меня глыбу, я ваншотину у кого угодно, даже там. У тебя то есть самый бабл. Селимон. У нежити есть расовая способность. У паладина есть бабл. Нежити а расовая. Если я до этого крылья буду прожимать? А ты не я прожимай. Не буду знать, когда будет МК. Ты просто не прожимай, все. Так, хватит убить. Я пойду перекурю. Зачем нам паладин? Ужас. Драгон зашел рычит, что ли? Ты пончик кричит, блядь. Прям сильно рычит, да? Сейчас. Кто-то храпит. Все исправил. Про СС подумай тоже, кто сдохнет. На кого дать? Это друид, наверное. Если чё. На шторы, я думаю, надо будет.
Бля, вот тут прохилить или сопрот, блядь, жрать придется. Да должны прохилить. Но не обязаны. Там, ну, вообще в теории да. Есть. У нас есть дополнительная помощь. Это два гимна на ХП есть. Есть спокойствие в двух пати. Есть Т4 на рейд. Но это уже должно под конец юзаться все, когда уже сложно реально прохиливать будет. Плюс он в хиле вроде как будет япончик. И втроем им точно будет попроще. И уже под конец там надо будет что-то сдавать. Гим, Т4 и так далее. А если вдвоем решат, то хуй знает. То тогда надо будет на ДПС только уповать. Пускай хилы вы. Типа просто если они тут не прохилят, то они на Зулжине тоже не прохилят. Он тоже жесткий. А типа... там, блядь, только вот этот бросок прохиливать надо и все. Всего, блядь, но... В конце что там, хоты и все. Хуйня какая, да? Да хуйня, конечно. Ну, на рейсе, блядь, если много целей укусит. Одно войско есть, копии есть, что еще есть. Нихуя. Лем. Две финды и лем. Две финды и лем. Хуйня. Блять, да и дамаг там, если до рыси не сдохнет никто. Она быстро как переходка будет. Ну опять же гимны. Опять же Т4. Если 8 целей укусит, то по-любому что-то сдать надо будет. Там, по-моему, ДПС будет профит. Все зависит от того, как два вот этих хила будут бросок захиливать. То есть свич. Так и тут. Если они бросок выхиливают, то изи. Ну, друид шам там не очень на самом деле хилит. Но, в принципе, это у нас в соло эр шам прохиливает, так что, в принципе. Ты на пала хочешь зайти, монород? Тебе СПДшная нужна, приня? Ему милишная. Ой, СПДшная, милишная, хостовая, да? А кто у нас там? Ну заходи. Но... Заходи. Че, вот эта баба хилит, да? Я за контроль. Баба хилит, да. Бесы, нежить. Охуеть. Нежить это прист. А... Беса кто? Покаяние, да? Лок. Там. Лок. Нежить по контролю. Контролить? Демона. Надо два моба. Остальных пофигу. Вот эти милишные, они просто бьют автоатакой. Там пофигу. Их можно даже не контролить, если тебя не пробивает, ты вообще... Может, мы не будем контролить только Турга. Бабу можешь залить там два ляма, блядь. Бабу будет... Я за контролю. Бабу мы за контролем, она отхиливает. Я не хочу их разбивать. А демона не может лок подчинить этого? Демона будет контролить лок, нежить буду контролить я, Кирс, бабу, а Турга мы просто сольем. Угу. Бы он мог подчинить его, это был бы топчик. Так, народ... Ну, с той скоростью, с какой это где стреляет, то конечно. Так. Один а вопрос, Японик. Вы будете кто-нибудь из пристов в ДЦ-шку спекаться, чтобы шансы ему на контроль не увеличить? Ну, давай я могу спекнуться в ДЦ. Давай. Шторы есть? ДД спек какой-нибудь? О, сова, давай, отлично. А то мне мой недокап в 5% крита напрягает. Масс. Так, Мэнни пришел в Сум? О, народ. Смоньте его, смоньте. Сумоньте. Пикните.
Ты с меня МК-то забери. Сейчас, так, давай, забери. Рыбу кушайте. И вообще вагон, на котором шмот-то продал. Мы их просто доберем, смотри, на Агильное кольцо у нас есть человек, который покупает голову СПД-шную, я не отдам. На хосту заберет Мэнни. С ласта мы просто продадим. У нас есть байер уже один. Плюс на зов мне человек сейчас должен... Да. Темная магия, да, ты прав. В смысле, шмот можно чуваку, в смысле, вот этот, который тут падает, он, ты его берешь в рейд, похуй, даже если про убийство не было, можно отдать его? Нет. Иди перебей портонизм, блядь, шкаф стоит с умнём. Порталы ему ебани, зачем камень не тратить? Порталы ему ебани. Долоран. Типа перебей. Голова... Дуги, и все. Хочет лок, она типа падает раз в год. Она даже не упадёт, так что смысла нет её, блядь, продавать. Там портал поставили. А сундуки как это происходит вообще? Сумонишь? Ты просто сумонишь человека, кому нужна шмотка, вешаешь ему лутера или себе. Или сам через мастер лут ему передаешь шмотку. А он тебе голду дает. В сундуках оставишь, может? Это мы лучше сначала голду. Это мы и так оставили в сундуках. Лучше сначала голду, а потом уже шмотку. Это да. Когда мы будем нет, делать? Ну понятно. Я в смысле в том плане, что это происходит то же самое, как на личе, когда сумонят на сундук. Это после зуламджина или перед? После. Все равно. А-а-а. Как хотите. Можно после, можно перед, можно хоть час было сходить. А что, они не исчезают, что ли? Да, ребята, два часа весь. Так, все готовы? Еще раз чек даем. Контроллеры, подойдите. Демона Лок, я нежить, Кирс, ты бабу. Да, есть. Браск, шторы. Чего? Кот, шторы. Я из-за тебя сапрот выпил. Чё ты хотел? Так, погоди, я коту отдам. Чё, готовность? Про готовность. Что? Я не слышу. Погоди. Блять, ну вы чё? Сапрот передавал. Ну давай еще раз. Давай. Все, забанены. А и нормально ловцы бегать? Пускай бегает. Так она кастует. Ну ты близко стоишь, паладин выбежать не успеешь. Сбейте овцу, дайте какой-нибудь контроль, я перекину овцу за... Как на Эвересе, 100 миликам. Турк? А ты обоссался, что ли, лужа, или чё? О, вот, я скажу, если у паладина. Еще да. И сейчас посмотрим. Геру, кстати, дайте, как стрела закончит. Ну и чё за хилом? Да. Гера. Шаману. На следующий мастер. Ау. Дай Геру. Слушай, я не знаю, он меня персонально не слышит или чё? Контроль. А, господи. А у Ешки перестаньте. Да как хули она тут так близко? Так потому что кинули АУ Ешку, она побежала сюда, и теперь я ее ничего не демона снимал. Контроль, демона лок. Лок, демон. Курва ебаная. Мразь. Шторы спиздил друида. Дай жабу, шаман. На ТД. Все, стойте подальше, не бей.
Зачем ты сейчас нажал? О, нихуя хинти. Все, уже чего? Нормально, нормально все. Ну смотрите. Контроль смотрим. Кольцо. Следующий надо будет что-то сдать. Чё будете сдавать? У меня мастера сюда. Идем на ХП будем сдавать. Кто? Я. Спокойствие на первой пати есть, если чё. Не знаю, я полтину не взял. Только это с дубовой надо делать. Опять Локо украл, да, смотри, да. Сейчас падение. И ты это, конечно, не вовремя сделал, Сова. Нет, попад. Ты 4 осталось на последний. Ну, потом, если что, просто еще гимн на ХП сыграет. Нормально уже добьет. Все там, 100 тысяч. 100 гривень. Да ладно. Да ладно. Костя ГЦ. На самом деле это очень повезло. Очень. Он за одно КД забрал у меня 2 трини. Пиздец, он сейчас радостный, тут, наверное. Тут, штаны наложил от радости. Тут типа в основном сушеная голова вот эта на милика падает постоянно. Только Тимыч об этом не говорил, он тебя порибьет. Да, сушеная, это усохшая. Да? Костя, ты рад? Ну, бля, после 2 месяцев вообще без единой трини за одно КД 2 штуки, это охеренно, я скажу. Можно спокойно сейчас забухать и уйти в запой на неделю. Так, чё, поехали, трэш. Сейчас побьем, потом посмотрим, чё у нас там по бай. Ой, да, не... ты как, в кучу, да, все собираются на ветерках? Смотри. В одну точку. От тебя вот она ударилась, и она выбирает следующую цель. Блядь, да ты нафиг мне тактику расскажешь, мне как, блядь, у тебя происходит, на фазу как переходит, мне это надо знать. Вот видишь, метку поставил. Туда сбегаются все, кроме тех, кто будет водить ветерки. Это будет Монородская. Вообще надо, чтобы бегали шаман, но поскольку это хил, то не очень хорошо. Надо тогда, чтобы один монород собирал. Трик будет бегать, когда там вода не самотан. А монород у нас... Монород, ты у нас напали, хочешь лоста, что ли, закрыть, или что? Это 50к, да, или сколько, нахуй, наверное? 100к. Ну, закрыть надо как-то. Понятно. Тогда надо кого-то менять, и чтобы надо кто-то искать. Бегал. Ну смотри, вот Лок может уступить место. А чё вы ежёте мозг? Локу ничего не надо. Вот он может уступить место. Кто бегает, нахуй? Я побегаю. Это кто будет? Войт может на подфрост презенсом побегать. Шторы может побегать, если умеет. Да сука, шторы зачем можем. Бегать вообще кому-то, когда есть танк, который не дамажит? Чё вы придумали? Сколько у тебя вагонов на квест? Надо, чтобы бегало двое. 100% тогда ветерки за один круг собираются. И они здесь. Это проверено, Вик. Один бегал, все собиралось, блядь, с одного раза. Япончик, сколько у тебя типов на квест? Сейчас. Сейчас смотрю. Ни один не онлайн. Ну смотри, Войд, за один круг не соберешь, будет печально. Какой круг? Они отскакивают от вас под пружинками, они это насрать, они могут даже с пула на тебя повеситься. Они идут в ближайшую цель, а потом они выбирают рандомную, если они кого-то зацепили. Ну и все, они вас побьют и полетят ко мне.
и рандомно выбирают, а не после удара рандомно. Да поебать или... вообще. Просто смотрите, они все ко мне, когда пойдут, я буду один стоять, и все. Они тебя догонять будут, Вой, ты понимаешь? Почему бы они меня догонят, блядь? Фрост Фрэвенсом его не догонят. И ты видишь, какой я червяк скоростной, смотри, блядь. Просто смотри, нихуя скорость, да? На спидах тупо. Кто догонит? Просто видишь, как ползает червь быстро. Можно, блядь. Да, кстати, насчет пэтов. Надо пэта либо отозвать, либо чтобы он на месте. И тотемы убирать. Прононсите об этом шаману, тотемы, потому что петы. Шаман меня замутил. Шаману, скажите, и Локу, и Ханту, блядь, что-то петов убрали. И пиздец, и все. В угол в какой, вон, в череп и все. Главное, вы, блядь, прожимки-то распределите правильно. У вас есть два паладина, это две капли. Они на себя бабл, хуя был. Каплю надо отдавать на шамана, на ханта. У мага глыба есть. Все, и лока как-то задефать. Захотать. А разве клинок искаженных видений с ласта падает? Там Зинрок, по-моему, база. Т4 еще есть. Сейчас. А, искаженных видений это кастерский меч. Да, да, с ласта. Ну чё там, блядь? Угу. Распределите только в раз смену, кто на кого каплю кидает. Надо на шамана, чтобы не сдох. СС по шторам. Чтобы это самое, шторы дубовые, там, блядь, мишка, хуишка, вся хуйня. Какой фазе это, ты говоришь? Это фаза, когда ветра я ловлю. Кошка. Когда они от вас отскакивают. Маг в лыбе, он не сдох. Какие там сейвы, ты о чем, Вой? Там вообще все сейвы отдаются только на этого, на рысь, все. Ну, я говорю, когда от вас будут ветра отскакивать, если они по вам будут долго бить, они могут захуярить вас. Мне похуй вообще, смотрите сами, как хотите бейте. Я вам сказал, как убивалось все. Ой, нашел ты мне только что сейчас сказал, ты будешь за один круг собирать себе ветра. Ты какие, если какой я правильно. Круг? Я вот так вот стою, вот тут вот. Этот, превратился, блядь, полетели ветра. Они летят к вам, парочка ко мне летит. Я смотрю, если они от вас отскакивают, и все, я бегу. Тут даже круга нету, блядь, никакого. Все, Т4 на вас висит, прожимки на вас висят. Они отскакивают сразу. Если не сразу, то 2-3 секунды побьют. А кто там говорит, мы сейчас узнаем, кто был неправ. Я потом зайду на шамана и посмотрю количество раз убитых мною с Зул'джином. Это больше 3 дисков. Я да. Тут вожу ветерки, еще когда он был актуальным инстом. Так что... Не знаю, водил этим самым ДКшником под зеленой и этим кем он, блядь, друидом в коте, танком. И все. Ну так тут и должен водить либо кот с Элиемом, либо этот танк. В походной форме еще какой-то друид бегал у нас. Одно тело бегало, не знаю, зачем два, блядь. Два дубины, блядь. Два тела нужно, чтобы за один круг зацепилось. Это блядь. При условии, что танк не знает, как правильно. Не знаю, у нас тоже один человек водил, я не знаю, почему у тебя два. Ну два, типа вероятность. Я говорю, больше, два, это потому что тут Элем бесполезен на ветерках, потому что у него вылетает двойная молния, и ему пол лица отгрызает. Поскольку я сюда хожу Элемом, поэтому я тоже бегаю, помогаю танку. Об этом и речь. С волком поди вкачано. Ну, естественно. Хотя, кстати, его можно не качать. Он там 2 секунды каст идет. А что там хватает этой, как она называется, чарки? 16% уже там чарки. Ну, чарка, волк 40% скорости. С волком-то точно хватает. Я причем даже могу сказать, что под волком я, по-моему, быстрее, чем ДКшка бегаю. Под нечестивым. У меня 15% дает. Так, ну один байер есть.
Так, он шею Да-да. Купить хочет и меч купить хочет. Потом у Сережи... Тот, который шею и меч, так, ты проверишь, что у него есть... Же вроде как есть на ачиву. Я проверю. У него есть ачивка, то ему еще за ачивку надо платить. У этого мага есть ачива, и мы ее проверим. Если у него нет ачивы, мы, блядь, с него будем три шкуры Да, если это маг, то это очень печально, потому что тогда придется, скорее всего, мне его скупать. Он маг. Ожог лица — это маг. Сейчас еще поищем. Это умные челики там пишут, да, хочу это купить, а ачивку получить. А у меня был такой же уже один, который сказал, что у него ласт закрытый, а потом оказалось, что это у него на другом персе ласт закрытый, и... а он сюда типа за тринке там приходил. Ну, такой типа, зов не упал, ну ладно, я пошел. Такой, знаешь. Ну я, правда, все равно с него 20к вытряс, ну да ладно. Ави, говоришь? Да, он, угу, по-моему, ДКшником был. Да-да-да. Пидерсия, да? Редкостная. Не, причем, знаешь, ну я просто знаю, что это Ави. Я думаю такой, ну, наверное, у него есть ачивка, раз он говорит, что есть. Не стал проверять. Ну, типа, это единственный раз в жизни, когда я не проверил, на. Проверять можно только себе. Ну, получается, да. Что за походка, никого нет? И точно не вот знаю, еще да, пишут. Там это самое, пианист говорил, кто-то там хотел. Что? Он кольцо хотел купить. У него тоже клиент на ласта был, да. Проходка. У него и на кольцо, и на проходку. А еще почему-то у него ДКшка стоит в Ашаре, во ФК-реже. Да он в Дискорде недавно, альта был, в своем Дискорде был. Сейчас есть. Леха. Он в нашей комнате сидит. Я про это и говорил. До этого еще как кто-то на пале хотел остаться. Бьем ли мы таким составом? Бля, очень много людей отписало за килл. Очень много. Ну все, два царя. Да, сейчас посмотрим, это... сейчас посмотрим, кто нас согласится. Ну это же здорово же, разве нет? Конечно. Сейчас вот двоих хотя бы взять еще, засунуть, вообще будет шикардос. Все будут довольны. А Локу твоему нужен килл? Неа. Ему нахер ничего уже не надо с ласта. Типа три можно взять, я думаю. Три угона. Он уже, я думаю, третий стопарь допивает. Уярит там сидит. Все, да. Какой вообще ДПС, общий по рейду должен быть ДПС, чтобы Зулджина убить? 60к. Ну 60к можно трех угонов взять. Я думаю, мы даем 60к ДПС спокойно. Я тебе больше скажу, мы в 4 вагона умудрялись убивать. При том, что у нас все ДДшники были костры. Так, вот этот шаман хочет убить за 20-ку, согласен. Угу. Так, дальше еще спамлю. И мы не даем 60к, да? А сюда проф нужен же, да, чтобы попасть? Нет? Да. Да, конечно. Надо спросить. Убит. На себя намекаешь, что ли, Никитос? Ну, Никитос, смотри, мы когда убивали с 4 вагонами, у нас что было? Я был Элимом, 23к ДПСа. Был Гевка. Ну, там плюс-минус столько же. Был Фарада. Не помню, правда, с кого. По-моему, Леха был и Мозер. Леха танчил. Да, да, Мозер с ханта был.
Мы в 3D-шника были, по сути. Ты бы там, там, искал, там все вагоны остальные были. Ты бы сказал бы там Розелина, еще кто-нибудь там. Не. Я почти все время хожу с одними и теми же людьми. Ну, с мейном, по крайней мере. Леша тут? Ну да, там Мозер 26. Я там 23, но я бегаю на ветерках. Девка там тоже 22-20. Надо это, чтобы часик осталось, перед этим ты отдохнешь. Просто безобидно, блядь. Челик дает 20к или кому-то твинку закрывает, но это лучше 20к, я думаю. А вот так, если по-хорошему, то ему твинку... Вот этому монородовскому, ему в этот, как он называется, целка 25 оп надо гонять. Тебе смысла нет на Геру проходку делать. Ну то есть ты ничего, ну блять, тебя туда в Геру-то только вагоном брать, а в обычку в 25-ку тебя проще взять, типа по вагоне. Кстати, кот, я не знаю, может сегодня после РТшки или завтра с утра собирать. Ну это к япончику все. Я говорю как проще. Тебе от этой проходки смысла вообще нет. Или ты торопишься куда-то одеть перса своего? Геру что ли? Да конечно. Я бы тебе Кирс рекомендовал сегодня собирать, потому что сегодня суббота, выходной день. После РТ. 10 да. часов примерно. Время. Ну, посмотрим. Я думаю, что у нас раньше закончится, раз у нас там только этот стоит. Ты также кирс собираешь, тоже с покупателем все это дело, да? Меч напал, я два сколка. Я, конечно, могу посмотреть, если у нас будет гильдейский именно рейд, но можно, в принципе, это. Я понял. Ну, просто, типа, если сегодня придет сила бездны, то, значит, сила бездны будет осколки вечером собирать. Тогда, типа, мне смысла нету магом. Я думаю, вы про взломан от этого обычка целка. А, Зуламан? А Зуламан красавчик. Зуламан я, может быть... На самом деле, может быть, тоже сегодня. Я там посмотрю. Настю спрошу, появится она на неделе или нет. Если нет, будет покупатель, и я с вас. Если Настюха будет, может быть, пойду там варом по домашку, знаю. Тоже. Да не, кот. Я думаю, ДПС тут хватит. То в зависимости от того, просто кто будет кого иметь. Да я смотри, Лок уйдет у нас, да, потом, не знаю, что там, Мэнни, если ему очень сильно надо, ну закроем мы им. Давай, короче, смотри, если коту сильно надо, давай я выйду, от мага здесь толку, но на самом деле не очень много. Типа я третью фазу офикашу полностью, плюс у меня все равно фулл рейдовых бафов нету, чтоб я свои 20к давал. Не, при чем тут, блядь... Тут просто отец и шторы похилят, а я подымажу. Ну еще одно тело. Ну, Никитос, конечно, нету. Я во Фросте, как Фаре примерно здесь дам. Просто Фросту пофигу на третью фазу, а Фаеру не особо. Типа, особенно если будет хилить Эрдру, Эршам, ну это им очень херово хилит. Типа Эршам ДЦ, Хэпал ДЦ, основной. У нас как сейчас получается? Шаман идет Зул'джина бить. Мы как будем бить или еще кого-то ты хочешь на Зул'джина впихнуть? Бля, ну я думаю уже нету смысла. Моя жадность, конечно, не имеет границ, но я уже думаю, что нет смысла еще кого-то. А, лучше, ну, типа, 2-3 вагона, больше, ну, вот смотри, так, давай так, вот сейчас вот Лох нам оставит шифонер, мы засунем вместо него шамана, да, шаман у нас просто покупает килл ласта. Далее, ты, Кирс, я так понимаю, уходишь, мы берем другого мага, ну, я спекаю с шифонером. Я говорю, мне все равно, просто от магов здесь, ну, на самом деле, толку не очень много. Вот,
Я спекаюсь в ШП, шторы хилит, просто отец хилит, собирает... А кто у нас пособирает? Войт вообще? Собирает ветерки. Войт пособирает. Заебись. Он врубит эту руну и будет быстрее бегать. Нечестивости. Ну и что в итоге? Все. Кость, оставь шифонер. Так, я сейчас узнаю, что они там. Меня перебили, выселки не перебили. Да в дисах ебани, чтобы проще было. Пойдем на дафу грейд. Блин, ну на самом деле я бы спекнул одного ДЦ и вообще пофиг на эти усилки. Все бы ДД фласки ебанули и захерачили. Так уже так все фласки пьют, наверное, не? ДД. Ну, под ДЦ в любом случае, да. А я случайно сапрот выпил, когда Марнороту передавал. Ожог лица в курсе, там что прожаться, что надо глыбу прожать. Когда ветра. Сейчас да, все объясним еще. Мы вообще на них сейчас еще посмотрим. У него вторая карта, кстати. Ну, там такой фаер, типа. Ну, знаешь, это по классике, когда у тебя там одетый перс, но ты никуда не ходишь. Так, у меня тоже есть пару знакомых, у кого даже проф не убит, но там 270-й практически. Шторы можно поменять, если что. В смысле? Что смысл, блядь, в продажный рейд, блядь, брать? Я не могу понять. Кого брать в продажный рейд? Твинков чьих-то, блядь, какой смысл? Не знаю. Блядь. У нас вон дробовик, вон мену. Шел голду зарабатывать, да, а не чем-то твинкам, блядь, закрывать, ну. Я не могу его присуманить, у него КД что ли? Ты чекни, он тут вообще нет. Может у него КД и нету убийства. Спроси, у него проф из Уламанда. Ну точнее проф и... Я ему уже писал. А этот чувак не по гореде не аж сидит четким. Вот он. Все, прилетел. Ну все, бля, чекай, че. Сейчас он. А, вот шаман. Замечательно. Едис или че надо? Че у него 21 тысяча хп, бля, че это за хуйня? Я сказал усилки все. Обоим написал, чтобы они усилки сбросили. Палач, блядь, чарил, ебаный с. А чё так, ну чё здесь какой-то? Ебба. Шаман, конечно, фух. Кохма, блядь, ходячий. Он сбросил усилки, сейчас он вкачает их. Угу. Ты сдох, по-любому. А у Энха есть щит какой-то, да, который на себя абсорб вешает? Тотем. У него прожимка. Но. Там прожимка на минус 30% всего урона. Минус, мини шивы. Ну, тогда завелись. Надо, чтобы он в черепе даунился. Так, чё, это шторы. Просто отец похилите у нас. Я подиспелю Мишку. Че он там все интеллект перекидывает или че? Нет. Показал, там она резается. Да когда в рейд идешь спрашивать не сока бабок, а блять сколько твинков походу будет теперь. Че, в дискорд там зашел, нет? Я зашел, перекарп. Перекарп зашел. Не знаю, кто это. Ну, кровавый взор. Ну чё там, когда раздупляемся? И он пока этот шаман наш замечательный зайдет вообще. А, не сдали его, да? А эта комната вообще отображается у них? Они ж не имеют... Пугарейд? Я скидывал на Пугарейд, и из Пугарейда сюда перетаскиваю. Ага, понял. Зачем ты их сюда будешь перемещать, кому можно в Пугарейд прыгнуть? Угу. Какая разница?
Это ты типа права в Discord надо отдавать или нет? Не, перенести там можно, но он потом просто зайти не сможет. Просто мы их потом выгоним и все. Что там зайдет? Нет, ебаный свет. Я не знаю. Я скидываю. Так, а зачем они нужны? Они сдохнут и все, пускай лежат. Ой, нам нужен их все равно хоть какой-то ДПСик. Мне кажется, ты типа его не прохилишь. У него 30 хп, он в него нож кинет, и он сдохнет. Угу. Он еще без пристабов. А с ним. Нет. Он от вертушки не убежит. Да у меня 29600, блядь. Под бафом. Ну, ты же не под боссом не стоишь. Ну, тоже верно. Блин, если он от крутилки вовремя будет убегать, вообще никаких проблем не будет. В чем проблема? Ты знаешь, там крутилка багнутая, она, блядь, бывает бьет за километр. Насколько я понимаю. Не знаю, в прошлый раз ходил за паладина, спокойно отбегал, вообще никаких проблем. Раз на раз, я тебе говорю. Ну, значит, будет тот раз, когда... Отойду на минут 15, подойду, если будут какие-то проблемы, могу за мага зайти. Давай. Посмотрим, вообще здесь, не здесь. Что-то заебал долго, он ебаный свет. Маг, жук лица здесь у нас, да? Угу, замечательно. Мы на ветерках отходим в череп и прям вот сюда вот притыкаемся, прям в стеночку вот так упираемся. Тебе нужно будет сделать то же самое. И не кастить ничего. Че с шаманом-то? АФК? Когда скажешь под босса идти, это... просто подойдешь под босса и потихонечку начнешь подбивать. Бля, еще раз шаман, нахуй, мозги, ебят. О, шаман. А в Дискорде нихуя. Какой-то, блядь, Ашачко говорит, я боже кикнул его. Сука. Отвечаю, да это пиздец, ну как так? Есть такое. Я ему уже пишу, ты можешь в Дискорд зайти, задолбал. Он мне что-то в личку Жопа. Пишет, погодите. Только он на английском все написал. Че, блять, переключать языки не умеет он. Не может он зайти. Ну все, понятно, ладно, ставим рыбу. Ставлю рыбу. Скажи тогда на 5к, пусть дар больше платит. Едим рыбку, сейчас пойду у него бабки трясти. За проезд взял у него? Он на проходку взял? Скажи сразу, блядь, годовой талон покупай, сука. Годовой талон, блядь. Же скидка на Т5, нахуй, будет. Лям за год платишь, вагонишься. На РТ. Все, заплатил. Давайте, ребят. Все собрались. Еще раз последний чек на бафы, на все, кому что не хватает. Кому, я не знаю, еще что-нибудь тоже. Бомжи каски, может, раздать. Еще. Все, по отчету. Поехали. В центре держишь? А, и у меня сразу же залагал. Нормас. Ну вот два нуба. Или не отбегать ты прохилишь. Или отбегать. Я отбегать, конечно. Лучше все равно отбегай. Мы не хотим пилот по мане сажать. Маг Димка. На кресте. Хилься, блядь. Копье захиливайте сразу. На фул хп или сдохните. Вихрь отбежали. Дробовика, ну.
Бля, Фраска, ты чё так поздно оббегаешь? Оббеги сейчас, Фраска. Похил просто. Меня прохил. 2%. Начинайте стопать потихонечку. Сейчас на пул дайте. На пул 80%. Угу. Все под босса. Все под жопу босса. Я просто отсюда, Саш. Напомните, босс в центре, из центра ветерки пускает. Да. Да. Вроде. Не вроде, а да. Так, на 3% скажу, все перебегаем в метку. Три процента перебежали все. Милики, один танк остался. Прям уткнулись, уткнулись в стеночку, прям уткнулись. РДД добивайте. Захотывай, захотывай сейчас. А диспельно. Все, 60%. Не кастим ничего. Топи, еще побейте, ебаный свет. 62 нахуй. Вы что, дрочите? Или что, мне его добить? Пиздец. Ой, охуенно. Сука. Еще там чуть-чуть. Стой, подожди, ману отбить надо. Надо было добить, что-то хуй знает, блять. Да и вейды были. Ёбаный свет, блядь. В чем проблема, блядь, бить? Когда там, блядь, кастеры игрок... кастят, они получают урон от ветерков. Причем не хилы. Так не было ветерков еще. Вдруг они появятся? Не было. Ну чекай появится. Еще раз. Откуда ну ничего страшного. Ну бывает такой босс иногда и выйдет. Он и выйдет иногда и от бомжей. ДКшник. Поехали. Я первый раз видел, вижу, чтобы он увиделся, блядь. Блять, он и выйдется. Для этого босса это вообще нормальная под жопу, под жопу, под жопу.
2%. Шторы, заходы. Переходим. Стеночки. Вот такая. Подбиваем. А что это не дисплей? Все сдиспелено. Все, все, стоим. Собрал ветерочки? Ну, смотри. Все собрал, все под босса, быстро. Кастеры, аккуратно бьем. Ожог лица, сейчас не бей, да, тебя это резнут немножко. Подбиваем не сильно. Смотрите за своим хп, кастер. Гимноману сыграю на рысе. Вой, давай это без бомжей. На следующей фазе. А то может опять сводиться. Угу. Вообще похуй. Ну если прям вообще будет хуёво, сдавай. По времени заебись вообще время. Очень много, еще 6 минут. За 2% скажете, что я стойку сменил. Хотя я сам. Да. Да. Геру без команды не давать. Сагры, блядь. Чё, заебись, Т4 зашло. Дев по рейду. А хорошо, кстати, сразу же все ветерки в тебя ушли. Я же говорил, а вы не верили. Ну да. Не, я ничего не говорил. 2%. Так, приготовились на пул давать. Вайда 40%. 40 на пул. На пул. Все. Прыгать будет на броню, нажми мастерау. Засиливать. На ману читаю гимн. Если будет тяжело, на хп сыграю. Я на ману, фуловая мана у всех была. А мне дальше когда ее играть? Дальше когда? Вопрос. Так фуловая, зачем читать? Много целей всего, 4 цели. Фантазы. Так, на следующей фазе все разбегутся на рейнджу. Вовремя отдал гимнам на хп. Давайте, 3%. На огонь-то там стоит. Просто, отец, поставь тотем на огонь, пожалуйста. Вот дело, замечательно. 2%, один. Загроз, смотрите сейчас. Осторожно. На рейнджо. На рейнджо. Буду называть ник. Этот человек быстро переходит в сторону. Геру дайте, пожалуйста. Просто, отец, Геру. Долбите босса. Бурсты все сливайте. Буду вести сюда, из-под морды потом идешь, что там маг. Стоп, 3 секунды. По анонсик-то будет. Ожог лица, перешел. Хорошо, сейчас еще один будет. На танке. Прокил, 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 прокил. Похуй на мага. БР не надо. Вот, надо подпу... 3 секунды. Враска, враска, враска. Добиваем босса, 2 миллиона. Сейчас еще один стол будет, 1 секунда. Прохил. Ресни лучший ДПСер, вон в раску. В раску ресни? Пожалуйста. 2 секунды стол.
ныне. Добивай. Дал ты 4. Чуть-чуть не успел выбежать. Добивайте, быстрее, сильнее, сильнее. 500 тысяч. Следующее дыхание убьет. На фул захиль. Стол! Сейчас простя, простя. Маны нет. 200 тысяч. Все, убили. Поднимите. Ой, ты в следующий раз, блядь, води вот по вот этому квадрату постоянно. Медленно водишь, он меньше столбы кидает. Зов упал еще. Поднимите. Зов упал? Да. И клинул. Сука, вот был клиент же на зов. Был, сука. Может, Иван купит. Полтинник пускай дает. О, и меч упал, кстати. Который на продажу. Магу? Да, магу. Заебись. А чё, шаман 50к не даст? Давай паролем на квест. А чё за квест? Квест там ШМ дают. ШМ дают, конечно, да. А серьёзно? Да 5 голд дают там. 3 серебра или сколько. Ожог лица, это маг за мечом пришел вот этот, что ли? Да. И чё он за сколько эту хуйню решил купить? Не знаю. Сейчас япончик скажет нам, сколько нам там натикало. Да. Мак, ты меня решил наебать? Я тебе писал шея 10, клинок 15. Не надо меня наебывать. Давай обмен. Согласился на такие условия? Шея 10, клинок 15. А чё за шея? Всё. Так, клинок что отдал. Чё по зову? По квадратику води в следующий раз по вот этому. Да я бы поводил. Шаман! Когда ты водишь? Он дыхание, понимаешь, убивает, что перед лицом босса нельзя тоже стоять. Нет, так мы в спину бы били. Вот ты когда. Ну, так а вот я повел сюда, в эту сторону, и тут Макс сдох. Ты не потом я сюда повел. Да до пизды как водить вообще. Он столбы, во-первых, не кидает. Не знаю, я эту хуйню не шарю, там что кидает, что нет. Не знаю, поройтесь, кому нужно. Браска. Да, ты она штучка не дает. Ну на, забирай. Так, чё с зовом? Никому не надо. Себе возьми его пока, себе возьми. Подожди, подожди. У него 9800 и на другом десятка. Опа, хочешь? Минимум 40, япончик. Пускай потом отдаст. Меньше... Пусть пороется за... Пусть перекидывает всё. Там, я не знаю, камни. Стопудово какие-то значки у всех есть. Я не камни, верю, что да, он просто... Камни, да, пускай достает, нахуй. Такие тела собрали. Там завод депы шары покупает, там не знаю. В натуре. Сердолики покупают. Слышал, Никитос, что надо делать? Шары покупать надо. Расчехляет, пускай, свой. Хабар свой, ебать. Мне как-то челик за фулл пронос Каражана, там 55к голды было. Он мне из 55к на 35к там ОДшкой, камнями, всякой фигней отдавал. Регами. Просто типа разводят его. Пойду квест сдам пока. Так, подожди, сейчас Кости это... А, блин, Кости же не может. А чё про сундуки-то у тебя? По сундукам ещё тоже бабло-то висит. Сейчас с умой не будем, да? Где там? Чё у вас? Лок? Как? Сейчас, как короче. Как-то у тебя налаженное производство, япончик. Смотри, смотри. Так, мага я сейчас выгоню. Где у нас маг? Маг уже ливнул давно. Маг уже ливнул давно. Смотри, такая хуйня. Сейчас шаман заходит, переходит, переносит всю свою голду, все камни, вообще все, что есть, я ему отдаю. Кого? Эту зов? Чешечку. Зов. Сейчас сначала его себе заберу. Ты ему сказал по сусекам по скрипсти? Да. Сейчас мы его протрясем нормально, потом.
у Лехи есть какой-то байер на колечко агильное, которое минимум за десятку идет. И... Трэш спойлер. А, и еще этот, рога кровавый взор. Кровавый взор хотел один кинжальчик хотя бы забрать. Но мы вряд ли найдем байера на кинжальчик. Да кинжал бесполезный, он идет на один спирт, на одну единственную рогу. Причем в на этого, на тон там мутик или шедей носит. Ну спрашивай пока про кольцо. Да? А где оно лежит, в каком боссе? Оно лежит, которые бомбочки были. Бомбочки. Ну пойдем туда, а нихуя там трэш это ебать. Там да, там дохуя, и суммы еще нету. Ну лока тогда надо, может пробежать опять. Будет проще. Коварика? Ну, да, типа... я приду квесты, помогу вам. Ну, коварик. Давай, коварик. Шкаф. Сейчас я ему наберу. Чисто что шкаф, как бы. Я просто думаю, что если трэш чистить, это дольше будет. Нахуй. Он, блядь, нам сейчас благодарность за тренинг, все, что хочешь сделать.